Украины нет уже. Украины нету, я в Киеве живу. Ты знаешь об этом? Я в Киеве живу. Малыш, ты не видишь? То, что ты не видишь, не значит, что этого нет. Ты в курсе, Украины уже нет, я живу в Киеве. Нет, нету больше Украины вашей, нету. Все, проебали свою страну. Сейчас мы там свои порядки вам будем диктовать. И какие у вас порядки? Какие у вас порядки? Вы Украину свою проебали. А малыш, какие порядки-то у вас, не пойму? У нас какие что делать-то надо будет? У нас... Вам надо будет нам пятки лизать. Это духовная скрепа. Это линия самоидентификации нашей нации. Вектор этой войны стал абсолютно ясен. Хотя в бункере еще звенит ядерными расписными яичками диктаторов. Он не сменил еще свою хамскую риторику. Он уединился со своими генералами, и все эти злобные старички рассуждают, как топить мир в крови дальше, но все уже определилось. Да, будет еще очень много горючих и кровавых событий и поворотов, но итог истории уже виден. Поражение Кремля, хаос, распад страны. У всего этого будет много этапов, и картина будет очень слоистой. Где-то меж слоями уместится и неизбежное озверение народа с люстрациями, с другим свирепством. Оно втиснется между слоями, оно будет недолгим, но непременно будет. Очень скоро встанет вопрос, а где найти такую свалку, такую помойку, что согласится принять все достижения, свершения, победы, деяния путинизма за 20 лет. Все это барахло предельно токсично, все смертоносно, все обладает способностью разлагать любую материю и любой здравый смысл. Весь путинизм излучает смертельные дозы маразма. Все инфицировано, все заразно, что он породил. Куда деть все то, что Путин и его орки натворили в России за последние 20 лет? А избавление от этого смертоносного хлама необходимо. Возникает вопрос, как? Ответа нет. По крайней мере сейчас, а ведь все это заразнее ковида и холеры, порой вот одно касание, один вдох обеспечивает человеку заболевание тяжелой формы фашизма. Заболевание усугубляется тем, что подхвативший фашизм не чувствует и не понимает его симптомов, не понимает того, что он уже инфицирован. Мне, кстати, в свое время повезло. Но мне очень помогло то, что лет 25 назад этим дерьмом, этим русским фашизмом я переболел в очень легкой форме. Зато я изучил хорошо болезнь и знаю ее симптомы и клинические проявления. Вернемся. Хлам путинской государственности надо будет куда-то деть. Вот все то, что наработал Путин и его опричники. Вот та же Маргарита Симоньян, да? Ее связав, можно подбросить хоть в самое свирепое племя Новой Гвинеи. Так ведь все равно вернут. Всем племенем скинутся на контейнер, отмаркируют токсично и вернут Маргариту в контейнере в Россию. Вот как утилизовать все эти ядовитые отходы путинской диктатуры? Никакие стандартные могильники по принципу Чернобыльского купола или захоронений возбудителей сибирской язвы такую заразу не удерживают. Мы должны понимать, что мы воюем не с Украиной. Конечно. Совсем не с Украиной. И не только с той точки зрения морально-этической, что мы вот с Украиной, с украинцами не воюем, а совершенно технической, военной точки зрения. Мы воюем с НАТО. Мы воюем с НАТО. Ну вот, настали дни, когда все прояснилось. Все эти бессмертные полки, зои, блокады – это не про память о Второй мировой войне. Это подготовка к Третьей. Но
Мы понимаем, что следствием бомбардировки Киева будут развалины Кремля. Дымящиеся, вероятно. Ну, все, как завещал великий Путин. Заветом Путина верны. Если очистить от словесной шелухи и пустой риторики его мысли, то логика Путина заключается всего в нескольких словах. Бомбить можно. Если что-то не нравится в государственном устройстве соседней страны, или ее в политике, или в ее политике, или там мерещатся нацисты, кикиморы, демоны, если чудится какое-то нападение, то соседей можно бомбить, заживо сжигать их города, массово расстреливать, насиловать и уничтожать. Это логика Путина. Надо понимать, что логика Путина может оказаться привлекательной и очень заразной. Но Украина пока деликатничает, хотя уже имеет возможность полноценно ответить Москве. В общем, будем надеяться, что при бомбардировке Кремля ГУМ не зацепят. Очень серьезно подумать об уничтожении железнодорожных узлов. Там, конечно, вопросики, они все едут и едут, я имею в виду лидеры. Но лидеров надо предупредить, пусть дома надо сидят. Надо по Киеву, тогда они приедут. Вот что нужно сделать. Вот этого не должно быть никогда. То, что мы сейчас видим на экране. А есть один способ ответить. Бабахнуть один раз и все. Да, за последнюю пару недель рейтинги Путина и войны, нынче это уже синонимы, резко подросли. Уже более 80% населения России восхищаются президентом Путиным и его войной. Да, это так. Что же произошло? Откуда взялась такая эскалация любви? Что изменилось в картине? Ничего. Успехи путинской армии по-прежнему ничтожны. Война, война все позорнее. Трупов солдатских русских все больше. Путинские танки горят все жарче, а клеймо людоедки на лбу России все ярче. Что же такого могло случиться, чтобы рейтинги диктатора вдруг поползли вверх? Вот необходимо найти тот фактор, который добавился к имеющейся картине. Быть может, именно он и послужил причиной и обожания, и рейтингов. Вот к имеющейся жуткой картине добавились лишь результаты международных расследований, установивших несомненную вину путинских солдат и генералов в массовых убийствах в Буче, ну и по всей Киевской области, в Мариуполе и в Харькове. Никаких иных факторов, кроме установления исключительного зверствования путинских солдат, к жуткой картине бессмысленной войны не приплюсовалось. Лишь протоколы ОБСЕ и первые отчеты мировых криминалистических служб. Только это и ничего иного. Только констатация массовых убийств, изнасилований и грабежей. Это парадоксальный ответ, но по всей вероятности именно они и подняли рейтинг диктатора и его войны. Но что уж замалчивать очевидное. Всякая чернь чрезвычайно кровожадна. Она упивается муками, как когда-то упивалась кострами с еретиками, концлагерями, поэтому не следует удивляться, что трупы замученных в Буче привели ее в такой восторг. Этот восторг и вздернул рейтинг диктатора. Именно это, ну и количество награбленного, тоже необычайно, вероятно, воодушевило народ на поддержку войны. Ведь симптомы фашизма везде абсолютно одинаковы у любого народа, как и симптомы дизентерии. Россия абсолютно точно повторяет Германию 40-х. Во всех мелочах наблюдается предельное сходство. Вот в России удалось сформировать чернь. Это несложно. Обычно это делается усилиями военно-исторических обществ, церкви, пропаганды. Этот рецепт известен. Это обожествление предков, религия, культ силы, и здесь все совпадает. Это духовная скрепа. Это линия самоидентификации нашей нации. Путин в очередной раз подписал очередной бред.
Теперь ответственность наступает за сравнение СССР и гитлеровской Германии. Путину пора подписывать запрещение сравнивать гитлеровскую Германию с путинской Россией. Упоение кровью – фактор сильнодействующий, но краткосрочный. Долго он не работает. Легко предсказать, что будет еще один припадок объединения, еще один подъем рейтинга, когда в первый раз ракеты ударят по Москве или по Питеру. Это будет уже припадок национального страха. Он тоже, кстати, отлично скрепляет, но тоже ненадолго. Вообще финал всех таких забав известен. Вот пусть душечка Россия взглянет в кровавое зеркало германской истории. Те, кто сейчас имеют репутацию фанатичных патриотов, те, кто поддержал войну прямо или молчанием, это, конечно, убийцы России. Возможно, история именно им и скажет свое мрачное спасибо за избавление цивилизации от вечной опасности, а совсем не дуракам с пылающим сердцем. Вам надо будет нам пятки лизать.